Всем привет, дорогие друзья! Вышло новое обновление для игры Simple Sandbox 2. Я вообще эту игру не хотел снимать, но потом вспомнил, что вы меня об этом просили, чтобы я заснял эту игрушку. Но вы также помните, что я эту игру уже снимал, как только она вышла. И вот буквально день назад вышло новое обновление, где добавили новые крутые приколюшки. Погнали, покажу! Как я уже сказал, вот буквально пару секунд назад я эту игру снимал, но это было очень давно, поэтому игра очень сильно изменилась и многое я просто тупо забыл, что и как происходит в этой игре. Но я знаю точно, что в этой новой версии добавили новые машины. Какие именно, к сожалению, не знаю, потому что не было написано. Также, ребята, добавили новый скин «Мафия». Я уже выбрал, поэтому сейчас будем с вами мафиозниками. Выходим назад. Так, в магазине что новое? Это, получается, новые тачки, новый скин «Мафия». А теперь погнали уже играть. Одиночная игра. Новая карта, которая называется Russian Street. В переводе на русский это «Русская улица». Как я понял, что это новая карта? Ну, смотрите, в принципе, было написано в обновлении, что карта называется Russian Street. И когда я зашел сюда, я понял, что это типа танка Т-34. И здесь у нас некоторые надписи полностью на русском языке. По-любому, эта карта новая и называется она Russian Street, русская улица. Когда мы с вами нажимаем сюда вот, автомобили, возможно, здесь и есть новые автомобили. Но кто играет в эту игру каждый день, сразу скажет: «О, КВМ, я знаю, это была машина». А нет, это новая машина. Вы уже все знаете прекрасно, я, к сожалению, не знаю, потому что эту игру я не снимаю каждый день, да? Так, я возьму сейчас автомобиль, заспавню его. Так, поднимаем вверх, вот сюда вот так, спавним его. Ой, ё-моё, надо же его на землю спавнить, да? Так-так-так, вот сюда. Тоже не сюда. А почему ты не равняешься? Так, ща-ща-ща-ща. Всё отлично, ребята. Два автомобиля в воздухе. Это нормально, это тестовые были автомобили. А теперь нажимаем на крестик, садимся сюда и поехали тестировать. Так, переключим камеру и погнали. Смотрите, надписи. Здесь у нас слева написано «газеты», справа у нас написано «супермаркет», все на русском языке, поэтому, естественно, вывод — это русская улица, новая карта. Это еще не все, помимо этих новых автомобилей, что там еще мы с вами смотрели, новый скин «Мафия», да, который у меня есть, и также сейчас мы с вами посмотрим на новый онлайн-режим, который называется «зомби-режим». Он сейчас находится в бета-тестировании, Ой, здрасте, мордасе. Ну, понять можно, ребята, эта карта новая, баги-лаги обеспечены. Также я только что понял, что я зашел в игру без интернета, поэтому мне надо включить интернет, чтобы зайти в мультиплеер. Сейчас все сделаю и к вам вернусь. Не нашел я, короче, сервера, где есть реальные игроки, чтобы присоединиться и играть уже с ними на этом новом режиме, зомби-режим. Короче, я создал свой, и даже вот один уже игрок присоединился. В этом режиме можно убивать друг друга, но этого делать, я думаю, не стоит, потому что вы с помощью них только и будете выживать. Смотрите вообще суть этого режима, как я понял. У нас есть различные волны. Сейчас начнется первая волна, там будет специальное количество зомбаков, мы их должны убить. Как только мы их всех убиваем, начинается вторая волна. Понимаете? Все прекрасно. Напомню, что это бета-режим, точнее бета-тестирование этого режима, поэтому, возможно, тут будут баги. Они уже есть, просто нужно их найти. А, кстати, ребята, еще добавили кнопочку бега, можно теперь бегать быстрее. Видали, видали, потом нажал и теперь не бегаешь. Так, где реальные игроки? Вот реальный игрок, я могу его сейчас убить. Нифига себе, я создал комнату, а уже столько много людей. Во, видали, я его могу убить, но этого делать совсем не надо. Смотрите, сколько зомбаков лезет, просто очень много зомбаков. Вы должны с друг другом, знаете, вот так вот, как команда их всех убить, потом перейти к другой волне и просто веселиться в этой крутой песочнице на Android Simple Sandbox 2. И это был обзор этого крутого мега обновления. Нифига себе, он даже может кидать. Вот это круто. За это вообще ништяк. Ну а на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.